Елена Вардеева живет на улице Годлевского более 20 лет. Женщина вспоминает, утечки происходили очень часто, порой целый день приходилось сидеть без воды. Самый запоминающийся случай произошел в прошлом году, когда затопило соседнюю улицу. Ремонта люди ждали, но уже не верили. Знаете, двойственное чувство. С одной стороны, он был давно ожидаем, и уже это ожидание перешло в другое состояние. Вдруг даже не верится, что он наступил этот момент. Водоводу более 100 лет. Он давно нуждался в замене. После того, как его смонтируют, промоют и отпрессуют, работники водоканала переключат абонентов на новый. Работы пройдут ночью для минимизации неудобства жителей. Кроме того, будут проверены незаконные врезки. Было принято решение синхронизировать работу департамента городского хозяйства, водоканала и департамента транспорта. Данный водовод 1913 года постройки, период с 2015 по 2020 происходило 40 утечек зафиксировано. Очень большое количество, это и потери, с которыми мы сейчас активно боремся. Поэтому было принято решение провести замену данного участка. Ремонт планируют завершить до 20 апреля, после чего дорожники приступят к укладке асфальта от улицы Шмидта до переулка Студенческий. В рамках работ заменят решетки ливневой канализации, обустроят тротуары и бордюры. Сумма контракта около 8 миллионов рублей. У нас формируются планы ежегодно там, и на долгие периоды. И, соответственно, мы работаем вместе по синхронизации с нашими коллегами из департамента транспорта. В части того, что часто люди обращают внимание, что мы сначала сделаем благоустройство, потом начинаем рыть. Соответственно, вот этот вопрос мы рассматриваем. У нас есть межведомственное взаимодействие, комиссия, которая как раз синхронизирует работу двух структур – «Автодора» и нашего водоканала. Завершить ремонт дороги должны до конца мая этого года. Всего в 2021 году в программу дорожных работ включено 39 объектов нацпроекта. В порядок приведут 28 километров транспортных артерий города. Кроме того, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» дополнительно на ремонт направили 437 миллионов рублей. Яна Витренюк, Александр Устич, Сефинформбюро.